Главный тренер команды КГДУ Горобченко Денис Сергеевич. Денис Сергеевич, с первой крупной победы у вас в этом сезоне. Впервые в истории одержали разгромную победу над соперником. И впервые в истории набрали 6 очков подряд за один тур. Какие эмоции испытываете и какие эмоции сейчас у ребят? Не, ну, конечно, вся команда довольна. Я доволен, ну, во-первых, в первую очередь, что мы наконец нашли свою игру. То есть, по крайней мере, показали то, что можем. Ну, действительно, и взяли 6 очков. Но у нас такая задача и стояла. В принципе, мы ее выполнили. Но главное, что при этом не случайно, а именно заслуженно, в принципе, одержали победу. Ну, то есть, в целом, результатом довольны за этот тур? 6 очков заработаны? Да, конечно, довольны. Говорю, но я еще раз повторюсь, что самое главное, что нашли свою игру и смогли сыграть достойно. Хорошо, спасибо.